Здорово, Лимон, с вами Антон Лимон, и сегодня у нас продолжение нашего крутого турнира по Бейблейду! И сегодня у нас полуфинал. Да, ребята, сегодня уже день полуфинала. Я это очень сильно жду. Из 12, нет, или сколько там, из 14 волчков пойдет сегодня только 8. Что у меня с каналом, что это так не так? Но потом... Финал будет очень крутой. Знаете почему? Потому что в финале эти 8 волчков будут, потом из 8 будет 4, потом из 4 2, и из 2 мы узнаем, кто из них победил. Но это будет в следующем ролике, но будет не на обычной арене, а увидите, на какой именно это арене. Ребята, подписывайтесь на мой канал, я еще раз говорю это. Ставьте лайки, вы никогда не будете пропускать новые у меня ролики. До этого... Ну, серьезно, мам, ребят, ну, подпишитесь. Сделайте мне подарок до Нового года. Давайте соберем 70 подписчиков. Пожалуйста. Я знаю, мы уже как минуту разговариваем, и я еще не начал бой. Я в шоке самого себя. Ладно. У нас тут битва между... Первая битва. Кстати, кто помнит в прошлом ролике, вот эти два волчка, они ушли. Ну, они поиграли, но потом я им дал второй шанс. Потому что они очень крутые, и нам нужна была пара. Вот так вот. Такой я добрый. Блин, ну чё он не цепляется? Так, давайте первый начнёт Феникс. Или же Феникс. Узнаем, какой из этих двоих Фениксов выиграет. Раз, два, три. Блин. О, ребята, она треснула. Смотрите. Я в шоке. Мне надо ее опять клеить. Ладно. Феникс без рамы. Феникс с рамой. Давай. Давай. Ну уже, ну уже, ну уже, ну уже! Да, все-таки Феникс, Дед Феникс проиграл, Ревай Феникс выиграл. Фух. Так, подождите. Что тут? А, все, я понял, где это. Ребят, сейчас. Так, я сейчас клею просто быстро раму для Дэд Феникса. Так, быстро. Ахиллес или Фарнеус? Узнаем, кто из этих двоих пацанов может выиграть. А? Раз. Два. Ну же, ну же, ну же, ну же! Ахиллес или Фарнеус? Вот так вот у нас. Нам надо уже решить. Леопард или Луйно? Посмотрим, кто из этих пацанов выиграет. Бэй. Ой, да что ж такое, я камеру трясу, это мне надоедает. Леопард поиграл. Стоп! Блин! Луйно же... Блин! Я туплю, ребят, я туплю. Он уже выиграл. Ладно.
Ладно, узнаем, кто из этих. Сатап или Фафнир. Фафнир запустим лаунчером. Слабеньком. Асатомба. Асатомба сильно. Ты его прямо погонял. Гоняет на своем маленьком шарике. Ну. Да, Фафнир выиграл. Лайер. Или Немезис, который сломал меня в прошлом ролике Кэрбеуса. Я его, кстати, починил. Я очень рад. Думаю, тот Кэрбеус выиграл. Ну, то есть, фу, Флайер. Да, он выиграл, молодец. Он выиграл. Узнаем, кто из этих двоих сильнее. Бушингида или чё, Зет Ахилле. Раз, меняем режим. Ахиллес выиграл. И битва Юниан Ахиллеса и Дэд Хэдеса. Узнаем, кто из этих двоих сильнее. Блин, у меня... Ну, ребят, дайте, пожалуйста, один шанс. Потому что у меня... О! Что? Ребят. Она не пускает... Она пускает... Стоп. У меня пускает... А, фу! Ё-моё, вы знаете, как я испугался? Он так, он просто спокойно... Это как считать? Он взорвался, но он выбил противника. Это как ничья. Ребят, я это делаю как ничья. А вы как думаете, как бы вы поступили? Это ничья. Поставим всё-таки Ахиллесу выносливость. И вот Дэдхэд. Юниан Ахиллес все-таки потерял свою попытку. Хоть у Дэд Хэдеса невозможно устоять. Ребят, такой у нас ролик был. Вот наши победители. Феникс, Ахиллес, Фафнир, Дэд Хэдес, Луинок, Флайер Дракон и Империал. Стоп, что? Стоп, тут должен быть еще один победитель, ребят. Подожди, Бушин, он сыграл с ним. Стоп, подождите, я не понял. Он с ним. Ребят, тут что-то неладное. Это получается... Короче, у нас финал все-таки будет какой-то необычный. Потому что я сейчас не могу понять, почему 6. По планам должно быть их было 8. Ладно, потом разберусь. Всем удачи, всем пока. С вами был Антон Лимон. И вот наши финалисты.